Приехали на озеро, прошли контроль, оплатили 1750 тенге за два человека и одну машину. Ночуем мы в машине, поэтому в палатки нам никакие сюда не вписывали. Палатку там тоже денег стоит как бы поставить. Все, едем. Осталось 4 километра. Езжай! Марч успешно выплыл. Теперь как-то мне надо дойти. И как мне теперь туда попасть? Так? Чё? Ладно, придется мне снимать ботинки. Вадик! Один! Второй! Меня тут не смоет! Капец! Она еще холодная, как и скользкая! Ловите меня! Ой, давай тапочки, тапочки! Нет! Тут вон пешеходы еще ходят. Вот тут я сейчас перепрыгивала. Ой, блин, какие острые камни-то, а. Спасибо. Это была жопа, короче, он это... Уже вот здесь метров трех от берега садиться начал, блядь. Ну я видела, что он садиться начал. Ебать, думаю, блядь, это не песок, мы его хоть выкопаем, блядь. Ладно, хоть пролетел. Они как, похоже, камни скользкие, наверное. Марш, ты молодец.